Апокалипс Нау. Всем привет, привет. Так, ну, в принципе, предыдущие версии там можете посмотреть, как немножко были неудачи, потому что там то погибли, пока нашлись, пока это, пока расставили очень много багов. Ну, как бы мы нашли вот все, остановились в предыдущей версии, вот это на хранилище, по-моему. Я понимаю, сейчас собираемся, мы, как вы все знаете, мы отправляемся в пункт. Поэтому сейчас вот немножко подкатились, кстати, Саша, сейчас, секундочку, торжественный момент. Сегодня мы попробуем найти карту и попробуем дойти до бункера. Да? Да. Вот. Так, Саша, теперь смотри, держи. Сейчас. А что за мир? Третий раз, что мы встретились. О, ты пивасик мне, да? Ну да, и вот, держи. Давай. Что-то. Ну. Рыб. Давай. Угу. Так, ну, давай. Слушай, мне не нравится то, что ты без штанов, а я без обуви. Так, ну что, погнали, куда, в какую сторону идем? Давай мы сейчас выйдем на дорогу, определимся, в какую сторону. Да не ты так смешно бежишь, когда вверх башкой. Подожди, в этом здании. Слушай, я предлагаю, мы же должны были обсмотреть вот эти здания, облутать. Так, а ты где сейчас? Повернись обратно, вот беги к двухэтажному зданию. Слушай, на сервере 5 человек, кроме нас еще трое, надо быть предельно внимательным, потому что убить могут в любую минуту. Нужно смотреть по сторонам в оба. Прикинь. Ну? Саша, ну, короче, не знаю, что делать с ним. Что? Я не могу идти. Да ладно, ты застрял опять? Видишь? А попробуй сам. Открыть. Да, попробуй сам. Да ладно, ты что это такое? Может, у тебя шапка не пролазит? Сейчас брошу, а я не могу ее скинуть. Ну, да ладно, да, да, это. Выходи, это я сюда зайду. Попробуй пойти. Через, да. Я сюда не могу зайти. Тоже не можешь? Не могу. Да это реально с такими лагами. Да, да, это. Ой. Не, ну, это равно, реально не прикольно. Все равно, блин, Саша, я блин, готов еще в нее проходить, изучать, обучать, так интересно. Это как таковой, знаешь, типа вот сталк, свой такой, знаешь, от сталка. Сталк так вот в Чернобыльской зоне, вот сталкер едет нелегально, так что в самом. Да, но, но тут как бы по сюжету мы в Сибири, и мы как бы беглые зэки. Ну что-то в типа в таком роде. Если. Это ты под окном? Да. Если смотреть на голом торсе или на ногах видно татуировки, то можно сделать вывод, что мы зэки. Ну и судя по тому, что мы здесь шаримся по чужим квартирам и пытаемся как-то выжить, то мы, видимо, беглые зэки. Слушай, ты изучал историю? Я что-то не изучал, не это. В общем, прочел. Это мое предусмотрение такое, это мое мнение, как бы. Я не уверен, но просто, ну, если логически рассуждать, то, в принципе... Ну да. В принципе, как вариант. Кирпичи. Ну, ты зашел хоть там? Да я вообще, я там был, в принципе, как бы сильно чистить нечего там. Давай, я тогда, значит, здесь пошарюсь, может, найду карту. Попытаюсь, по крайней мере.
Будем пробовать. Так, тебе топор не нужен? Нет, у меня все есть. Отлично. Так, Саша, я нашел трусы, походу. Отлично. Смени одни трусы на другие. Нет, ты прозреешь. Что? Подожди, мне главное выйти, Саша. Мне выйти главное, я не могу выйти. Откуда? Ты в здании? А ты в гараже. О, слушай, я нашел куртку с куполами. Тебя подогнать? Можно, только мне бы выйти, блин, чувак, но ты это не смешно. А, все, вышел. Ну, чтобы я тебе... ну, тебе нужно зайти в дом, потому что я так не смог тебе никак. Ладно, ты это, давай там, что там у тебя, скоро там экспедиция закончится? Сейчас, буквально еще... Чуть-чуть. Где ты творишь, что-то не вижу тебя. Я хочу, а я в доме на. Я слышу, ты там шаришься? Нет, я в гараже тебя что-то. А, ты вот. Тогда тихо, тихо. Я слышу кого-то. Ты не слышал никого? Есть, двое есть. Это ты в белых трусах возле дверей, да? Быстрее, ты нет? Да, да. Слушай, а кто забежал перед тобой в дверь? Никто. Как никто, там был кто-то? Воу-воу-воу, Саня, это ты или кто это? Возле тебя это я. А, фу, блин. Так это... Ты ж по штанам определяй. Я думал, это ты. Тихо, вон кто-то. Так бей его. Убивай, Саня, я думал, это ты. Патроны кончились. Пихом, блин. Слушай, может, мы зря его убили, может, он мирный был. Саня, он, кстати, меня не трогал. Я думал, ну да, но я как-то перенервничал, знаешь. А я думал, это ты. Нет, так я ж поэтому и спрашиваю, что кто-то где-то шарился. Слушай, у меня нет. Мне нужны патроны в револьвер. А у меня их нет. Это ты там топчешься? Да. Стой на шухере. Слушай, тут, в принципе, сейчас будет рюкзак. Ты его можешь, в принципе... Саша, одевай ты, тебе места будет много. Так у меня есть же рюкзак, я ж не могу два одеть. Блин, ну, а чё ты не можешь? Я два носил. А, нет, у меня, я пробовал, у меня он как бы не одевается. Блин, это печаль, что я не могу зайти. Ну, это реально что-то не то. Так, я тут понабирал. А, слушай, а этот парень пропал и рюкзак пропал вместе с ним. Слушай, ну парнишку жалко, походу. Что? Парнишка, наверное, был мирный, походу. Блин, да. Если он был мирный, пускай он нас простит. Я реально перемер. Я привык, что тут все друг друга мочат. Да не, ну ты представь, я побежал вообще вокруг, ты говоришь, это ты, я говорю, да, я, ой, то есть не я, типа, я в шутку, понимаешь, я вокруг побежал, смотрю, ты стоишь, короче, это, ну, на углу, я ж пробежал, смотрю, ты отошел, я побежал за тобой, смотрю, ты зашел, короче, не тронул меня ничего, потом ты такой сзади выскакиваешь, ну, а я думал, что это не ты, какой-то левый чувак, я испугался, я сначала растерялся, думаю, где ты, блин. Это капец, что-то было. А видишь, мы в одинаковых бушлатах были. Да, да, вы похожие были. Ну, ты меня определяй по этому тогда. Тебе вынести что-нибудь покушать, может? Да не, у меня есть рыбка, все есть. Ты меня определяй по моим штанам. Я думаю, таких штанов, как... Я не могу подобрать к револьверу патроны. Слушай, как у тебя здоровьем? Я тебе дам витаминов. А, кстати, со здоровьем мне можно это здоровье, да, подлечить. Тогда я тебе сейчас... На, держи. Похавай витаминка. Спасибо. Пожалуйста. Ой, слушай, ништяк вообще, все. Угу. Более-менее. Так, ну сейчас давай, может, все-таки получится найти карту. Это... А, это ты, я подумал, это собака где-то. Да.
Да, я нашел патроны. Но ты там еще не заскучал? Нормально, я тут вот пытаюсь залезть, не могу никак протиснуться. Ну это то, что ты не можешь зайти в здание, это реально это недоработка капитальная. Так. Ага. У тебя есть свободное место? Посмотрим. Да, еще три места. Потому что у меня столько провизии тут, столько еды. Я мясо взял. Кого ты взял? Я собачку завалил и мясо взял. А, мясо? Там можешь выбросить, я думаю. Это его надо готовить на костре, а мы еще как бы не научились с тобой разводить. Огонь, костер. Ты выбиваешь ковер? Угу. Видишь, какой ты хозяйственный. Может, мы тут и поселимся? Кстати, так что, нормальные квартирки? Да. Правда, в первом подъезде получше. Ой, Саша, точно что нравится. Блин, вот дождь часто. Так, подвинься. Сейчас я... А попробуй в то дальнее здание зайди. Я вот там. Ну, слушай, у тебя маска такая. Балаклава крутая. Нет. Ты был в том здании дальнем? Попробуй. Там херня, Саня. Да? Ну, тогда подожди, я сейчас быстренько еще на второй этаж. Я не дошел. И все. И выходим, и будем что-нибудь думать дальше. Потому что... Ну, Виталь, без карты нам делать тут нельзя. Согласись, мы никуда не дойдем с тобой. Ты стой пока на шухере. Блин. Ух, я чуть не застрял в холодильнике. А даже такое может быть? А ты попробуй съешь витаминок. Витаминок нет. У меня, короче, классно говорит, тебе себе снежинка, 25 минут. А, так ты замерзаешь, тебе надо... Ну, я как бы... У меня 25 тоже, у меня 25 градусов температура тела. Я не знаю, это, наверное, надо нам разводить костры. И тогда греться, потому что в здании как бы я тоже не особо не... Я не знаю, я пускай нам напишут, пускай нам помогут, скажут, как разводить костер. Я не научился. Да, это я. Я хочу проверить патроны. Что? Попробуй где-то хотя бы в здание зайти. Я уже все, выхожу сейчас, секунда. Так, я вот видишь, как вовремя, что я не вышел раньше. Я прям нашел себя в последней квартире, в последнем шкафу. Я нашел себе кроссовки. Все, я выхожу. Так, ты где? В тракторе сижу. В тракторе? Слушай, где этот трактор? Выходи. Выходи с этого, короче, с своего пещеры. А, налево. Да, я налево по... Вот. А, я вижу. А нет, я вижу брёвна какие-то. А, все, да. А где трактор? Вот сюда. Ну, пускай нам также напишут,
как заводить трактор, как его заправлять. Тогда можно добить на туре всех, а так, блин. Слушай, как А, слушай, у меня вид сверху даже. Все, поехали. Поехали, да? Подожди. Ну а что, вместе можем сесть? Я не знаю. Слушай, ну я сижу такой, все, меня как бы устраивает. Ну как заводить? По пути, кажется, вправо-влево. Ах, слушай, я все вижу четко так. Ну отлично. Так, ну я не знаю. Как завести двигатель? Так, ладно, тогда погнали, куда идем? Ну, я не знаю, Виталь, нам надо карту стопудово. Слушай, а тут мы можем готовить? Ну, а тебе есть зажигалка? Да, ну как ею пользоваться, ты знаешь? Ну, давай. Так что, давай-то. Давай попробуем. Есть вот топор, давай, ветки. А у тебя есть зажигалка, нет? А у тебя есть? Да. Все, давай. А, слушай, у тебя не осталось витаминок? Нифига. Я взял два раза кляк, клоснул и все. Ты забрал бревно, да? Слушай, оно нифига здесь не ставится. Ну ладно, сейчас туда. Блин, давай зажигалку, наверное, как-то может. А я не знаю как, это надо. Слушай, а где бревно с этого дерева? Нету, что ли? Походу. Тут еще какой пах, если ставишь, пытаешься поставить этот. Скажи мне, вот, если ты я взял. Мыши отменяешь, то оно пропадает. Подожди, а у тебя есть газ? Керосин. Попробуй, может как-то облить надо. Нету. Нету, да? Нету, я все поставлял, мне места не было. Блин. А теперь я чувствую, что все это фигня. Так, что у нас там еще? Блин, я и в магазин никакой не могу зайти, ничего. Ладно, Саш, ты слушай. Да. Давай потихоньку это в какую-то часть половину идем, по дороге, да, и все. Давай. Какой-то дом зайдем по-любому еще. Мы откуда пришли, ты мне скажи. Давай, а ты, мы пришли, мы где-то вот, так как я смотрю, мы примерно, да, мы вот оттуда и шли, так как я стою. Ты смог зайти в магазин? Нет. Нет? Нет. Это херово. Это очень херово. Сейчас я бегом тогда посмотрю. Попытаться перезайти. Ну, а тогда где ты появишься, я не знаю. Это реально какой-то лаг. Че, ладно, давай сейчас попытаюсь перезаходить. Ага. Ну попробуй, давай. Смотри, там у меня суп выпадет, что-то хавка, две банки. А походу у тебя ничего не выпадет, ты просто выйдешь, как бы все заберешь. А, ну давай, я смотрю на тебя, просто я сейчас умру, как бы, наверное, тоже. А нет, сука, ты как говно упал. Как будто тебе ватой напхали и бросили. Реально. Блин. Слушай, ну то, что мы замерзаем, это херово. То есть чисто теоретически мы бы огонь развести смогли, но... Так я, видишь, я зажигалку находил тоже. Слушай, у меня ящик вообще висит в воздухе. Блин, 12 секунд, 11. Ой, фух, я испугался, я сам выстрелил и сам испугался. Так, ну что, ты где появился? Так. Виталь. Да. Сейчас. Ты где появился? Сейчас смотрю. Ну я тебе скажу, блин, херня, я появился далеко. Далеко, да?
Короче, я появился возле вышки. По вышке не могу понять, где определиться. Сейчас, секунду, я вылезу наверх. И там будет. А, то есть вышка, и там типа как бы тоже строение, да, какое-то? Нет, ты не понял, одна это не вышка, а это антенна. Антенна такая на горе. Ого. Сейчас. Я тебе скажу, где я. Блин. Короче, Саша, я появился возле речки, это долбанно. А, ну то есть тебе это опять получается придется. Да, сейчас тогда я еще раз суицид. Слушай, ну это не дело, еще тут появляться где-то непонятно. Слушай, а получается, мы выйдем с игры. И потом нам опять придется все сначала искать лут, проходить все сначала, да? Я так понял. То есть тут как бы. Я не знаю, это я видел, типа сохранение какое-то было, Саш. А где оно? Ну вот когда заходишь, менюшку посмотришь. Ну, там, а я не могу даже выйти в меню, то есть у меня как бы я нажимаю Escape и у меня открывается мой инвентарь. Ну да, Escape там внизу нажимаешь к выходу. А, Exit? Да. Exit. Так, это, ну. Это, кстати, появился даже не такого, на твоей локации появился. Где ты появился? Саша, вот я нашел этого одного. В пещере стоит один чувак. А в какой ты пещере появился? Не, я вижу чувака в пещере. Ой, не в пещере, а в этой в храме, а там деревянном. А, ну не знаю. А ты вообще на какой локации? Спувался. Угу. Так. Этот раз, о, Саша, я появился возле твоих этих домиков, этих твоих армейских. А, о, отлично, то есть я как бы рядом. Походу, да? Давай мы сейчас... Слушай, я нашел газ. Ну, попробуй найти там что-нибудь с лекарств. Да, вот сейчас бегу, буду искать. Давай ты беги тогда к этим армейским домикам. Есть, я понял. Виталь, я нашел, как разводить огонь. И что там надо делать? Слушай, я греюсь возле него. Слушай, я эти ножницы нашел. Ногти обрезать. Давай беги к вот этой зернопрерабатывающей фабрике. А я не знаю даже, где она. Так тебе возле... Тут же видишь как. Да. Я думал, просто если на этой локации, где я, то вот эти палатки армейские, медицинские, то они сразу находятся вместе. Короче, смотри, надо бревно пропитать керосином, а потом только поджечь, так как я и говорил. Ничего так мы себе. И думали. Угу. То есть не все так просто. Ну, я греюсь, но оно так трещит, оно издает столько шума, что я боюсь даже тут... Не, ну там видишь, там чувак один бегает, но он бегает на этой локации. Слушай, ну ты... Ну ты на локации там, где речка, да? Нет, я уже появился на другую, там где вот эти армейские домики, где ты был, бегал. Помнишь? Ага, понял. Ну попробуй найти тогда меня. Вот сейчас же я смотрю через леса. Просматриваю, может найду этот хотя бы вышку, вот эту вот зернопрерабатывающий этот завод. Давай я пока чайку посёрбаю. Ой, блин, псина. Слушай, ну я реально нагрелся возле костра. Тепло, да? Офигенно. Даже так как-то уютно стало. Слышишь? А чё так в Сибири и живут люди, да, вот, типа, или это типа заброшенные какие-то дома? Что? Это, ещё типа, раз. Это типа заброшенные какие-то дома, да, такие, потому что как бы люди ж так не могут жить в таких домах. Ну, и видимо, да. Блин, смотри, такие, тут всё так всё раз, это. Ой, фу. Так. Ага, я то есть бегаю. Короче, я в районе, блин, опять начинается дождь. Это вообще жопа. Виталий, я смотри, я в районе вот этой зернообрабатывающей станции. Ты постарайся как-то туда добраться. Если сможешь, конечно.
Это было бы в идеале. Блин, ну дождь тут реально, мне кажется, что с дождем тут чуть-чуть перебор. Потому что он настолько час и настолько громкий, что я реально не слышу себя даже. Как там у тебя успехи? Я сейчас к вам пришел, думаю, ты что ночью там вот один, такой местечко. Старики пришел, но пишу еще. Ну. Ну, папа. Да, есть много недоработок, но я думаю, что это только альфа-версия, и в дальнейшем главное, что над игрой работают, ее улучшают. Там дальше посмотрим. Я думаю, что в принципе она интересная, только пока что я не могу понять особой сути, чтобы игра затягивала намного. Тут нету ни квестов, ни заданий. Тут просто бродилка, то есть лазь, открывай ящики, убивай и в принципе и все. Да. Ну, фух, ты как там? Я сейчас лишь смотрю, оранжики походу, где-то были там. Где-то я здесь вот я забавно. Ну ты вообще пустой, да, я так понимаю? Ну как бы вот на шляпе и все. В шляпе, да? О, слушай, я нашел балаклаву. Снежную. Слушай, что у тебя там происходит? Саша? Что? Ты стрелял. Что сказал? Ты стрелял, Гарри. А, нет, стрелял не я. Твою мать. Что? Собака только что меня это болела, я не мог попасть. Какой-то чувак убил ее. Кто-то убил ее. Но попробуй, может там мирный житель какой-то есть. Я не думаю, что он мирный. Блин, ну реально страшно. Я, то есть, как бы вот так в полной экипировке. Слушай, у меня куча провизий. Ну это плохо. Значит, он где-то хорошо сидит. Ну попробуй оттуда убежать и по-быстрому. Ухожу уже. А, вот все, вижу. Саня, давай выходи, а то ты в какую сторону идешь. Я вижу этот твой завод, короче. Ты видишь зернообрабатывающий завод? Да. Все, отлично, давай тогда встречаемся на его территории. Слушай, ну я так понимаю, что этот парень, который убил собаку, где-то тоже рядом? Ну да, я говорю, вот элементарно, блин, ну на видео все будет видно, короче. Там действительно выстрел был, и собака легла, потому что я бил ее много раз, ни разу не мог попасть по ней. Угу. Слушай, сколько мы уже эту серию пишем? Ты не знаешь? Не знаю. Да, сейчас тогда соберемся, давай. Дай. Закрепить. Слушай, это ты идешь, да, в трусах и... Тебе собака, тебе собака. Да вот не могу уже бежать, он дохнет. Ой, слышал, слышал? Так это я стреляю. Так я в нее не попал. Сейчас я... О, блин, 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 бл
Да это мой. Слушай, ты такой вообще красавец. Смотри, как собака колбасит. Слушай, ты погрейся возле огня. Да. Я не знаю. Что? Слушай, ты вообще реально какой-то. А ну встань ровно. Встань ровно. Смотри, ты реально беглый зэк, у тебя кандалы, короче, набитые, у тебя пишет на ногах всех могил, они тащат, то есть на коленях черепа, тут у тебя, ну, короче, видно. Так, что я могу тебе дать, как у тебя там с едой? Смотри, возьми пока вот так. Я тебе буду по ходу дела греть. Ну, если же на... Это у меня хоть и есть. Возьми вот еще чипсы. Давай, я предлагаю тебе остаться здесь. Подожди, у тебя есть молоток только? Угу. Держи топор еще. Я предлагаю тебе побыть здесь, а я сейчас бегом на армейские вот эти склады. Где-то они рядом были. И я посмотрю, что там есть, и тогда мы уже закончим серию. И... А, слушай, смотри. Смотри, что я могу... Иди сюда. Я могу выбросить сырое мясо, и оно стало жареное. Видишь? Ты его подбери, и можешь подкрепиться. Слушай, я... Подожди, я не могу найти... Они же были где-то... Где-то тут. Ага, вот, вижу. Нет, не вижу. Я почему-то не могу найти вот эти... Ага, все, нашел. Палатки. Я хочу посмотреть, может там есть что-нибудь с лекарств. Из лекарств. Я думаю, мы тут закончим. Кстати, огонек закончился вот такой. Ну ты можешь пока нарубить дерево и. Да ладно, давай тогда здесь заканчиваем, в следующей серии уже пойдем, уже будем выходить, потому что искать здесь толку нету, видишь. Больше я ложусь спать, то есть погибаю, чем. Да, давай, мы здесь закончим, потому что мы уже и так то, что мы себе напланировали, мы ничего не сделали, а к бункеру дойти хочется, я думаю, мы уже многих заинтриговали. И мы будем стараться как-то. К этому идти. Да. Так, хорошо. Тогда пока что мы прощаемся. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Да. Если вам, конечно, нравится. Если вы хотите. Если не хотите, не ставьте. Вот и все. Логика проста. Да. Все, ребят. Всем спасибо. Всем пока. Всего доброго. До свидания.